Здравствуйте, меня зовут Шнар. Моему сыну Мансуру 9 лет, нам ставят диагноз аутизм. Это мой первый видеоотчет после лечения в центре Бэйр Дэвид. Что я хотела рассказать? В первую очередь я заметила у своего сына положительные изменения в сторону поведения. Он у меня очень гиперактивный был до этого. И у него были много стереотипных движений. Это похлопывание, хождение то в одну, то в другую сторону, зажимание рта и так далее. После первого сеанса с Давидом мы на следующий день ходили к стоматологу. И 3 часа мы просидели в очереди. И я удивилась, что мой сын Мансур спокойно все это время просидел и прождал эту очередь. И меня удивило еще мое состояние, что я сама была тоже очень спокойной, не как раньше. Раньше, если мы куда-то ходили на прием, если мы сидели в очередях, это у меня было столько нервов, я сама нервничала, сын мой не сидел, он не высиживал долгое время в одном месте. Постоянно эти движения у него были. Но в этот раз я была очень вообще счастлива, то, что у нас такие изменения в поведении, потому что это в первую очередь меня волновало его поведенческие проблемы, вот эти поведения. Затем я заметила, у него улучшилась память, внимательность. Он сейчас выучивает стихотворение 4000. Раньше он тоже учил, выучивал, но на это уходило даже неделю, 2 недели. Каждый день это нужно было с ним заучивать эти стихотворения. А после лечения с Давидом он за пару раз то, что я ему повторяла, он быстро запоминал и запоминает стихотворение. Он начал составлять предложения осознанно. 2, 3, 4 слова. Уже предложение состоит из 3-4 слов. Раньше он просто как-то автоматически что-то говорил, а сейчас он уже думает, о чем он говорит, и говорит, о чем он хочет. Он составляет предложения. Что я еще хотела сказать? Какие еще у нас изменения? Ну, для нас это уже большой успех. Я хочу поблагодарить Давида за его помощь. Это нам Всевышний послал Давида, что появился такой человек в нашей жизни, который дал нам надежду, веру в том, что наш сын Мансур выздоровеет и исчезнут все эти его поведенческие и вообще все проблемы с его здоровьем. Хочу поблагодарить еще раз Давида. Спасибо вам большое. Еще будем снимать видеоотчеты. Смотрите нас на канале YouTube. До свидания всем.